Доброе время, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами есть такой инструмент, как социальные сети. И у наших с вами продуктов, у каждого из продуктов, например, по микрозаймам, если пройдемся, есть странички в социальных сетях. Вот, допустим, CC Loan компания. Вот мы ее нашли в Фейсбуке. Нашли как? Очень просто. Мы прям зашли на их сайт. По ссылочке у нас в кабинете, в разделе «Продукт», выбрали, перешли. И вот у них вот здесь есть про нас, про компанию. Ну и обычно в самом низу там есть кнопочки. Вот они, социальные сети. Вот они, раз. Смотрите, и Инстаграм. Значит, заодно и Инстаграм. Открываем Инстаграм, открываем Фейсбук. Значит, вот мы открыли Инстаграм. И смотрите, 2000 подписчиков. Здесь в Фейсбуке у них 56 тысяч человек. Друзья мои, ну, все на самом деле просто. Прям до боли просто, прям аж банально. Тут даже мои друзья, есть 13 моих друзей. Ну, если тут видите друзей, то в первую очередь, конечно же, мы открываем друзей. Кто тут мои друзья? Видите, вот это мои друзья. И, естественно, с друзьями я коммуницирую в первую очередь. Каким образом? То есть я понимаю, что человек как минимум интересуется микрозаймом, как максимум им воспользовался. Следующее действие делаем. Заходим в мессенджер, отправляем голосовое сообщение. Вот эту галку нажимаем и открываем мессенджер. Открыли мессенджер. Тут у нас есть фишка «Отправить голосовое сообщение». А где фишка? Ладно, со смартфона это можно сделать. Открываем мессенджер. Находим здесь Ольга Колюбаева. Так, нашел. Вот, тут есть, в общем, кнопочка. А что здесь-то ее нет? Я что-то не понял. Было раньше, я голосовухи отправлял же отсюда. Ну, в общем. То есть отправляем голосовое сообщение. Такого содержания. Доброго времени, Ольга. Мы с вами коллеги. Вижу, вы точно так же, как и я, пользуетесь микрозаймами. Нашел об этом информацию на страничке компании CC Loan. Скажите, вам было бы интересно получить информацию о возможности начать зарабатывать в среднем от 1000 долларов в месяц, в неделю, даже в день, выполняя ту работу, которую вы и так уже делаете, просто рекомендуя эту идею в социальных сетях. Итак, погнали. Доброго времени, Ольга. Вижу, мы с вами коллеги. Вижу, вы точно так же, как и я, пользуетесь микрозаймами компании CC Loan. Нашел вас на их официальной страничке. Скажите, пожалуйста, вам было бы интересно получить информацию о возможности начать зарабатывать от 1000 долларов в месяц, в неделю и даже в день, выполняя ту работу, которую вы и так уже делаете каждый день в социальной сети безоплатно, просто рекомендуя эту идею. Все, вот полетела голосовуха. Вот она полетела. Правильно получилось? Доброго времени, Ольга. Вижу, мы с вами коллеги. Вижу, вы точно так же, как и я, пользуйтесь микрозаймами компании CC Loan. Нашел вас на их официальной страничке. Скажите, пожалуйста, вам было бы интересно получить информацию о возможности начать зарабатывать от 1000 долларов в месяц, в неделю и даже в день, выполняя ту работу, которую вы и так уже делаете каждый день в социальной сети безоплатно, просто рекомендуя эту идею. Все, вот такая ситуация. Вот, кстати, следующий человек, Татьяна. Это ребята, это мои друзья, с кем я уже где-то как-то коммуницировал. Татьяне я предлагал в свое время Спортбанка карту еще весной прошлого года, летом. Воспользоваться она или нет, вопрос такой. Вот заодно как раз есть хороший повод поинтересоваться, как вам карта Спортбанка. И плюс еще вижу, вы пользуетесь микрозаймами. То же самое. По такому же самому принципу. Доброго времени, Людмила. Как вам карта Спортбанка? Пользуйтесь? Как вам кэшбэки? Понравились? Кстати, я заметил, вы точно так же, как и я, пользуетесь микрофинансовыми организациями. Нашел вас на официальной группе CC Loan. Скажите, вам было бы интересно получать от 1000 долларов в месяц, в неделю, даже в день, выполняя ту работу, которую вы так уже делаете каждый день в социальных сетях безоплатно, просто рекомендуя эту идею? Так, сейчас прилетит, вот оно. Доброго времени, Людмила. Как вам карта Спортбанка? Пользуйтесь? Как вам кэшбэки? Понравились? Кстати, я заметил, вы точно так же, как и я, пользуетесь микрофинансовыми организациями. Нашел вас на официальной группе CC Loan. В общем, понятно. А теперь по холодным, да, то есть здесь есть не друзья. Дальше здесь, в принципе, как найти людей. Смотрите, вы идете по лайкам, вот они. Вот они лайки, вот куча людей, пожалуйста, раз. Добавляйтесь в друзей. Смотрите, кто из вашего, ну, в данном случае есть же здесь какие-то и фейки, которыми точно так же накручивают. Но есть и адекватные люди, вот, допустим, видно, что это живой человек, Мариуполь.
В общем, то же самое. Подбирайте людей, которые вам подходят. Я, опять же, всех подряд бизнес не беру. Мне не интересно количество, мне интересно качество. Добавляемся в друзья. После того, как вы добавились в друзья, у вас открывается кнопочка «Написать мессенджер». То же самое делаем. Здесь пишу «Доброго времени, Ирина». А потом голосовуху отправляем. Точно так же захожу в мессенджер и отправляю голосовуху. Доброго времени, Ирина! Рад видеть вас в числе моих друзей. Я вижу, вы точно так же, как и я, пользуетесь микрофинансовыми организациями. Нашел ваш контакт на страничке компании CC Loan. Скажите, пожалуйста, вам было бы интересно начать получать от $1000 в месяц, в неделю и даже в день, выполняя ту работу, которую вы так уже делаете в социальной сети безоплатно, просто рекомендуя эту идею. Вот, сейчас долетит, вот оно долетело. Доброго времени, Ирина! Рад видеть вас в числе моих друзей. Я вижу, вы точно так же, как и я, пользуетесь микрофинансовыми организациями. Нашел ваш контакт на страничке компании CC Loan. Скажите, пожалуйста, вам было бы интересно начать получать от $1000 в месяц, в неделю и даже в день, выполняя ту работу, которую вы так уже... В общем, в принципе, понятно, да? На самом деле все очень просто. Вот, ребята, это только одна организация, один микрозайм. У нас этих организаций десятки. Пожалуйста, по каждой пройдитесь, зайдите на их неофициальные странички во всех соцсетях. И то же самое Инстаграм, смотрите, то же самое, 2027 подписчиков, буквально таким же самым способом, что я делаю. Я, правда, смотрю, здесь еще один критерий, те, у кого сторис есть, вот, мне интересны люди, которые активно развиваются, кто хотя бы был в ближайшие сутки в Инстаграм. Вот это еще один способ, как определить. Что я делаю? Я точно так же подписываюсь, у меня появляется возможность отправить сообщение. Я делаю то же самое, отправляю сообщение. Доброго времени, как там зовут, сейчас посмотрим. Доброго времени. И то же самое, я захожу с смартфона, точно так же отправляю голосовуху именно в мессенджере. Как зовут, непонятно. Ну и не суть, важно. Соответственно, заходим в мессенджер. Ну, я имею в виду в директ, в инсте. Заходим и такое же голосовое. Доброго времени! Вижу, мы с вами коллеги, я вижу, вы точно так же, как и я, пользуетесь микрофинансовыми организациями. Нашел вас как подписчика официально на страничке компании CC Loan. Скажите, пожалуйста, вам было бы интересно начать получать от $1000 в месяц, в неделю и даже в день, выполняя ту работу, которую вы и так уже делаете здесь в социальных сетях безоплатно, просто рекомендуя эту идею? Все, здесь вообще все просто. У вас точно так же в Инстаграм оформлен профиль, который продает идею. То есть вот таким вот образом оформлен профиль, он продает идею заработка без вложений, без продаж. Идет ссылочка на ваш лендинг, где уже подробно расписано, как и зачем мы здесь зарабатываем. Собственно, регистрация, как ее пройти, что проделать. Вот таким простым способом вы можете привлекать аудиторию именно в Facebook. Точно так же в Instagram. По сути, по такой же технологии вы можете работать и ВКонтакте. Всего скорее по России, по микрозаймам. То же самое у компании есть не только в Facebook, Instagram, а и всего скорее ВКонтакте тоже есть. Если вам интересно, удобно, можете наверняка и там точно так же работать. О нас, информация, условия. Это что, общие вопросы? Вот, ВКонтакте отклик, значит, они где-то есть ВКонтакте. Ну, в принципе, найти их очень просто. Копируем название, веб-банкир. Заходим в ВКонтакте. А все скорее точно так же мы их найдем здесь. Официальная группа вот ВКонтакте, может быть, по данному микрозайму. Сделаем таким образом поиск. Ну и вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, веб-банкир, вот, скорее всего, это ихняя группа. Да, смотрите, 133 тысячи подписчиков. Вот здесь мы вступаем в группу, и смотрите, что происходит. ВКонтакте нам выдает в рекомендациях еще десятки таких же самых групп по микрозаймам, микрофинансам. Ребята, это реально миллионы людей, которым можно сделать предложение заработка на рекомендации данной возможности. То же самое, по такому же принципу мы заходим. Сначала отрабатываем моих друзей, смотрите, 72 друга открываем, смотрим. Ну и кто здесь из друзей? Допустим, вот Наталья. Открываем страничку Натальи, заходим в личку. Наталья была вчера. Соответственно, то же самое.
Доброго времени, Наталья. Вижу, вы точно так же, как и я, пользуетесь микрозаймами. Веб-банкир видел вас на их официальной страничке ВКонтакте. Скажите, пожалуйста, вам было бы интересно начать зарабатывать от $1000 в месяц, в неделю, даже в день, выполняя ту работу, которую вы так уже делаете каждый день безоплатно? Просто рекомендую эту идею. Все, вот таким вот простым способом мы можем привлекать в сутки сотни людей. Только очень важно, помните о лимитах. В ВКонтакте, в Инстаграм и в Фейсбук вы можете отправить не более 20 сообщений не друзьям. Это очень важно. Помните эти цифры, применяйте эту технологию.